постараюсь сперва решить кубическое уравнение простого вида, а затем уравнение четвертой степени по методу Феррари. X куб плюс 3х плюс куб равен 0, минус 3ув равен минус 6, ув равен 2, у куб в куб равен 8, минус у куб плюс в куб равен минус 9, умножим на минус 9, равнение в куб, у куб плюс у куб в куб. Если внимательно посмотреть, если упростить, получим ρ 0 равен 0. Но несмотря на то, что ρ 0 равен 0, мы слегка будем решать кубическое уравнение. Отставим значение 9 у куб плюс 8. Получили квадратное уравнение, решение которого каждый знает, будем решать квадратное уравнение. Просто в таком виде будем решать. Чтобы было легче. Минус 8. 9 вторых плюс минус под корень 9,49. 9 вторых, 7 вторых. Легко. Один корней единица, а другой 8. Y. Значит, куб равен. Легче всего. Один трех степеней плюс 8 трех степеней. Это что иное, 1 плюс 2 равен 3. Это и есть наш один из корней. А другие корни кубического уравнения найти легко. Если один из корней знаем, а других очень легко найти. Обратным знаком, то что здесь. И свободный член. Смотрим, минус 9, значит плюс 3 равен 0. Это не стоит, я каждый сможет решать. Главное, чтобы мы показали, что как решать кубическое уравнение. А теперь уравнение четвертой степени. Это будем решать, исходя из метода Феррари. Вот это нам необходимо ставить еще в таком виде, чтобы сделать полный квадрат, пока простой полный квадрат. Значит, мы x запишем, чтобы он начал. Вот, прибавим. Отнимем, чтобы сбалансировать, отнимем 2х квадрат, а остальные будут на своем месте. Если упростить, то получится это. Мы знаем, что как записать. А другие переведем в правую сторону. Знаком обратный знак. После того, еще мы обязаны добавить сюда какого-нибудь картинка, допустим, Y, и еще тоже сбалансировать. Квадрат минус x плюс y квадрат. Y квадрат плюс 1 минус 90 плюс. Этот y квадрат
еще разделение двух этих 2y, x квадрат минус 2x. Легко заметить, что если раскроем скобки упростим, получится то же самое, что здесь. Пока остается упростить правая часть упрости. 2x квадрат, 11x, 12y квадрат, 2y квадрат, 4x, y. Далее. Еще за скобки выносить. Значит, y плюс 1. Вносим x за скобки. 11 минус 4y. И в конце свободный член. В левой части полный квадрат, а в правой какой-то другой квадратный уравнение. Необходимо взять к нам равен нулю, чтобы дойти до полного квадрата. 17 равен нулю. Быстренько решаем. Значит, где равен? D равен 11 минус 4y в квадрате минус 8y плюс 1 y в квадрат минус 12 равен 0. Раскроем скобка. Для удобства перепишем в таком виде. Перемножим 8y куб минус 96y плюс 8y квадрат минус 96 равен 0. 121 y квадрат. Раскрываем скобки. 96y 8y квадрат плюс 96 равен 0. 217 плюс 8y плюс 8y квадрат минус 8y куб равен 0. Для удобства умножим на минус 1. Для того, чтобы не терять времени, решить слишком займет много времени, это получится ровно. Они ответ одни с корней, 3,5 или 7 старых. Чтобы не теряли времени. Одни с корней мы нашли. Нам и одного хватит. Теперь то, что здесь. Наоборот, наоборот. Наоборот. Или 2y плюс 1x квадрат и 1 минус 4y x наоборот хотел стереть. Нам необходимо это все. Своим замалом, чтобы не терять ничего. Плюс y квадрат равен вот это. И причем сразу буду ставить вместе y 7 старых. Равен 2 или 3,5. 3,5, тогда будет 3,5 квадрат. Одиннадцать минус, если умножить на 3,5, будет 14 x в квадрате будет 12, 25 минус 12.
Подставили вместе игры 3,5. Дальше остается 9х квадрат минус 3х плюс 0,25. Легко увидеть, так что если раскрывать скобки, ну, можно видеть, что верно. Квадрат. Теперь запишем. А и одновременно тоже 3,5 тоже надо ставить. Вот и все. Если это стоит равен нулю, теперь по формуле сокращенного умножения раскроем скобки. 3,5 минус 3 плюс 0,5. И положительные тоже самые х квадрат минус 2х плюс 3,5 плюс 3х минус 0,5 равен 0. Упростим и будем решать. Минус 5х плюс 4 равен 0. Разумеется, корней всем ясно 1 и 4. Две корни нашли. Теперь здесь простите х квадрат плюс х плюс 3. Это уравнение не решить. Ну, либо можем и решить тоже. Решить минус 1 плюс минус 1 минус 12 деленный на 2 минус 1 плюс минус корень 11 деленный на 2. Первый и второй корни нашли. Первый корень 1, второй корень 4, третий, четвертый. Недействительные числа, комплексные числа. Вот что я хотел показать. Большое спасибо, что